Скульптор из Белокурихи Владимир Вайчишин передал президенту России Владимиру Путину ценный подарок, изготовленный из золота и серебра. Общий вес драгоценных металлов, ушедших на изготовление, почти 2,5 килограмма. Композиция получила название «Медведь своей тайги никому не отдаст». Лично встретиться с главой государства нашему земляку не удалось, однако накануне визита Владимира Путина в Белокуриху в мастерскую Вайчишина пришли представители службы охраны. Узнав о подарке, они лично приехали за ним в мастерскую и поблагодарили мастера. Кстати, скульптуру житель Белокурихи сделал еще 2 года назад. Я эту работу выполнил, когда произошло событие воссоединения Крыма с Россией и выражение президента «Медведь своей тайги никому не отдаст». Ну и под впечатлением этих событий я изготовил эту скульптуру. Золотая фигурка российского лидера, который скачет верхом на медведе, установлена на каменную подставку из азур-малахита. На изготовление скульптуры ушло 2 килограмма серебра высшей пробы и 400 граммов золота. По словам Владимира Вайчишина, его подарок может украсить одну из галерей Кремля.